Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить игру Universe at War. Осада Земли. Да, я не смогу прочесть. Earth Assault. Осада Земли. Вот, это вторая миссия. Я подкрутил сложность. Оказывается, я играл на бичевской средней сложности в первой миссии, но это будет исправлено. Только проблема в том, что я полный нуб, я ни разу не играл. Ну ладно, вчера я играл один раз в сражениях в этой игре обычных. Как бы я заглотнул по самые гланды от бота, поэтому... Ну вообще кампании должны быть проще, чем сражения, верно? Они же сделаны как бы, чтобы завлечь игрока в игру, а не... А не анально насиловать его в уши, рот и прочие части. Куда там еще можно? Ой, даже не знаю. Давай, пускай меня уже. Я готов. Я готов нагибать пришельцев. У меня есть мой огромный черный мужик с пулеметом. И все. Давай. Давай. Давай, я больше не могу. На земле воцарилась анархия. Военные бессильны остановить вторжение. Вранье! Я сейчас все сделаю. Шагоход пришельцев бесчинствует у Вашингтона. Да, кстати, этих шагоходов можно, оказывается, 3 штуки всего строить. То есть это изи. Мы сейчас убьем шагоход у Вашингтона. У нас есть ракетчики. Изи просто. Останется еще 2 и все, добьем. И полковник Мур получил приказ сопровождать машину скорой помощи, везущую президента в Форт Макнейр. Надо было бросить президента и стрелять по шагоходу. Совет. Многие войска обладают особыми возможностями. Пустите меня в игру! Отображающимися на экране при выборе этих войск. Часть возможностей нуждается в дополнительном указании цели воздействия боевой единицы противника или участка местности. А часть задействуется незамедлительно. Все возможности остаются недоступны в течение некоторого времени после использования. Твою мать, почему так медленно грузится? Ведь... И... Сначала же было быстрее. Пусти. О, наконец-то. Отлично. Итак. Уиллард, как мы делаем? So we put a colonel in charge? As of 5 minutes ago, I'm a general. Are there any troops left to lead? Between you and me... We're hearing casualty reports as high as 90%. О, жестко. An army in the world that's been able to stop them. So, we're in? You just keep those things off our backs, will you? Стоям бы. Pick up the tempo. Почему мы идем туда, куда игра предлагает нам пойти, если мы можем идти сюда? Мы можем против системы двинуться просто сразу же. Изи. Be there in a jiffy. Let's hightail it. Блэд, засада. Я чувствовал, что все так просто не будет. Но ничего. Это все-таки лишь один яйцеголов. Что? Блэд, это минус пол. Это больше, чем пол армии. Мать моя женщина прекрасная. Хана. Стоям бы. Хотя мы можем обойти. Можем взорвать это гранаткой, но можем обойти. И, например, взорвать его гранаткой. Отлично. Что это там такое? Это типа засада, а мы сюда пойдем. Здесь можно обойти вообще? Да, вроде можно обойти. Изи.
behind. Get the boots on the ground. Fire in the hole. Bring the body bag. Падла. А, окей, попал все равно. Что-то как-то с радиусом они накосячили. Ой, там что-то красное. Да блин, дела плохи. Солдаты умирают. Я не хочу переигрывать миссию. Мой план был хорош. Слишком хорош, чтобы не работать. Пошли сюда, мы близко уже, это победа. Изи. А так бы мы тащились бы по всем... ой. По всем точкам, которые для нас приготовили разработчики, и сосали бы. Вот. О, неплохо. Защитная огневая точка. А что мне сделать-то с ним? Видимо, ничего не сделать. Ну, пошли. All production structures are now operational. Pick up the tempo, sir. Неплохо. Is it true the whole world's gone dark? I won't lie, soldier. The lights are going out everywhere. We might be the last candle left. What's gonna happen? We keep fighting for a miracle. Мы все умрем. Yes, sir. General, I'm in trouble. Talk to me, Willard. We can't hold them off. We're coming your way. This is a strategic alert. The National Command Authorities have been destroyed. Engage at your own discretion. Willard, looks like it's down to us. We're sending help, buddy. Get those choppers in the air. Unit under attack. Nice. Вертушечки. Сейчас вам всем будет жопа. Ready. Unit under attack. Прикрываем, прикрываем. Что-то нам слишком много войск дают здесь. Слишком много. О. Большой. Так, давайте все деньги на гранатометчиков. Ну, кстати, на танки тоже потратим чутка. Все. Жаль. Давайте посмотрим, умеет ли он стрелять по воздуху. Я помню, кстати, что... Ой, тут эти штуки! Назад! Назад! Спасайся! Они ваншотили нас. Я помню, что нужно по ногам стрелять. Типа, разбиваем по частям его, и тогда уже его, как бы, пузика, пузика. Вот. Сейчас примем его. Так, я здесь видел что-то. Вот они, вот они. То есть он. Сливаем. Чтобы не было никаких лишних. Все замечательно. Это вот тоже сливаем. Хрен попадешь. Все сюда, пацаны. Вы чего там расселись-то, а? Ох, черт. Слили. Так, теперь как бы промув.
выбираем всю нашу армию и кликаем на ходока. Изи. Эта строта всегда работает. Так, сейчас надо главное от мелких избавиться, потому что они нам будут сильно мешать. Так, все, прет уже, прет уже. Отлично. Все. Пиздить. Ногу. Ногу, 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 ногу. Это сюда. Это сюда. Так, мы ж не сели, почему она не... Ладно, давай, давай вот эту штуку пиздим. Теперь эту. Я не понял, почему она не работает. Она восстанавливает ХП. Скотина. Как же так? План был идеален. Нет. Минус здание. Ох, ничего себе, сколько там. Не говори, что мы проиграли. Только не это. План был идеален. Инфосотка. Катсцена какая-то пошла. Нет, мы выиграли. Видимо, разработчики слишком злые, чтобы дать нам снести ходока. Да, хорошие пришельцы высадились. Какая прекрасная Тян, да? Но у нее на лбу какая-то грязь. Это мне не нравится. Так, отлично. Уничтожить шагоход. Тащим его. Стреляй сюда. Так, что у нас есть? Мирабель и Виктор. Чё, куда? Ракетный залп. Получай. Юлину. Нормально. Дальше. Снайперская атака. Сюда. 97. Минус сразу же. Найс. Сносим. Вот теперь мы его точно снесем. Так, эти свалили. Хорошо. Меня бесят эти летающие тарелки. Отлично. Продолжаем. Нам нужно ноги рубить ему. Вот оно, вот оно. Пробили одну ногу. Так, у нас есть новые обилки. Это все недоступно. Далее. Прожигатель продукта реактора. Это что? А, это походу вот это. О боже мой. Я какую-то срань сделал. Так, ноги сливаем ему. Отлично. Теперь вот эту штуку. Так, далее это что такое? Боевой робот, Рой. Сюда пошли. Далее, истребитель Дервиш. Не понял я, что я сделал, но я доволен собой. Nice.
хана ему. Мне прям его жаль, как бы все толпой мочим одного парня. ФФА какое-то прям. ФФА? Зараза, он прикрывается. Все? Снесли. Отлично. Да, детка. Победа. Ну что ж, ребят, всем спасибо за внимание. Пока.